Несколько фотографий покажу из своего сада. Это называется «Вести с полей». Как раньше была такая рубрика. Это начинают восстанавливаться мои персики. Вот. Вот это вот привитый персик восстанавливается. Это непривитый персик восстанавливается. Вот. Непривитые и привитые пострадали капитально. Но первую зиму выдержали, я даже удивился, а вторую подряд все-таки. Они уже были подпорчены. Ну, что есть, то есть. Мне человек 10 уже вопросов только за последний месяц задало. Будут ли косточки персика? Ну, был год, когда 1700 косточек рассылал. Все. Есть начало, есть конец. Если бы видели, что... Ну, в общем, получается так. Персики из баловства. Вот. Удивили, правда, черешни. Видите? Вот. И в этом году озверели птицы, много косточек черешни не будет. Озверели, вот полукрасные, еще зеленые, начали грызть. Вот, я даже фотографии делал. Начали грызть уже в таком, это, почему-то они голодные именно в этом году. Раньше только перезревшие ели. Ладно. Вот так выглядит один из моих абрикосов. Это самый сладкий сын манжурца. Вот. А почему он растет в бок? Рядом мощное дерево, это уссурийская груша, тоже мощное дерево, и ей не хватало солнца, та со стороны юга, и она начала отклоняться. Это нормальное явление, кроме того, что не рухнет ли однажды, потому что урожай сумасшедший. На ней вот сейчас, если у вас есть возможность приглядеться, на ней висит ведер 10. Это мой самый сладкий манжурец. Есть совершенно несъедобные, а это самый сладкий. А почему я показываю? Вот, останется самый сладкий. Он так и будет у меня звучать, допустим, сын манжурца сладкий, вот. Но у меня было такое, помните, тот самый яркий, ярко, такой аж, ярче не бывает, абрикос один год, а на второй год он стал плоды в два раза крупнее, это сеянец тоже, плоды стали в два раза крупнее, зато стал желтый. То есть, поэтому, кстати, Юрий Васильевич Бродский сказал, кому достанутся его косточки, только это поколение самое ценное для селекции. Идем дальше. Вот это у меня молодежь. А этот абрикос, ну тут косточек немного, несколько сотен будет. Оно как-то еще не все дерево тут получилось. Вот. Это самый, нет, скороплодный у меня другой. Это будет самый ранний плодный. Теперь смотрите. Это учебная фотография. Значит, здесь довольно крутой склон. Видите, вот он вот так идет. Если приглядеться. Он на западный склон. Западный склон едва ли не важнее южного. То есть после обеда солнце бьет сюда. И вот что получается. У меня частично урожай погиб, частично цветы, из-за заморозков. Каждый год, ну куда денешься. Вот. В этот раз наоборот получилось. У меня те, которые раньше зацвели, раньше отцвели, они под заморозок-то и не попали. Помните, вопрос был, если завязались плоды, опасны заморозки? Уже не так. И это южный склон. Поэтому еще раз говорю, хорошо, у кого есть два склона. Южный-северный или восточный, он холодный считается, и западный. Почему? Потому что один год бывает так, другой эдак. В этом году наоборот получилось. Казалось бы, мы стараемся, чтобы абрикосы попозже плодоносили. А он возьми в этом году, которые позже зацвели, и те и попали под заморозок у меня. Вот, и вот и так получилось. Здесь густо, а на соседнем дереве пусто. Вот смотрите, вот это фаина, сравните. Они одного года. Вот это вот сын манжурца, вот это фаина. Видите? Вот и плоды. Сколько их тут? Десяток, да? Ну, тут не видно, тут их может штук 50 будет на всем дереве. Вот, видели, да? А этот уже на ровном месте. Ну, то не ровный, но этот ровнее. Потом, значит, когда ко мне приедет Савенич Елена Александровна, первым делом мы будем делать белокаторщика. Она, я у нее узнал, а я никогда такие вещи не выпускаю, что она по гороскопу лев. Львы – это очень энергетический знак. Вот. Я по мере биополя, я не сомневаюсь, что она несколько метров.
радиус несколько метров, или хотя бы диаметр несколько метров. Вот. Но дело в том, что в таких случаях рамки в руках будут очень-очень-очень вести себя так, как надо. Вот. Научу ее, как отключать сознание, для того, чтобы рамки могли работать в автоматическом режиме. И вот вы видите, на переднем плане здесь росла груша. Целый фильм снимал, с рамками ходил. Так, вот. Здесь я научу владеть рамками. Еще раз говорю, я железо утверждаю. Садовод, профессиональный садовод, профессиональный, то есть сотрудник института, ГСУ, любого этого учреждения, тот, кто учит, в свою очередь, студентов, тот, кто имеет практику, то есть, кто выводит нового сорта, он должен владеть рамками. Основа основ. Рамки, потому что здесь, это, когда Елена Александровна Савинич, я лишний раз подчеркиваю, чтобы запоминали ее, потому что это, так сказать, моя надежда, скажем так. Может, как та Людмила, только до Людмилы не дотянешься, разве что советы давать, а так ни руку пожать, ни это, ни за чаем посидеть. А Елена Александровна Красноярская рядом. Так вот, здесь я ей покажу, как рамки реагируют. А потом я отведу пару мест, скажу, теперь экзамен. Вот найди-ка такие места. А их здесь достаточно. Здесь предгорье, вся поверхность складчатая. Я вам скажу, что то, что наука то ли не признает, то ли знать не хочет, как будто биолокация, как будто это астрология или близко к этому. Ну, то есть, чуть ли не шарлатанство. Или как химики, алхимиков считают шарлатанами. Вот, которые все из свинца золотом пытались получить. Так вот здесь, это наука, здесь в предгорьях особенно эти самые эти гиблые места, ГПЗ, есть везде и всюду, друзья. А в предгорьях, где складчатые места, особенно, везде, где дыры, я образно говорю, везде, где трещины в земной коре, оттуда идет излучение, как правило, губительное. Губительно для людей. Большинство раков, больных раком, это то самое, только об этом вот, наука знать не хочет. Самое страшное именно в этой, вот это вот невежество, которое это самое, воцарилось во всей науке. Вот. Люди, вот погибшее дерево, да. И как-то я вам показывал целый, или в фильме. Короче, это в интернете найти. Деревья в узлом завязаны, в узлом, прям буквально это, страшно смотреть. И представим себе, что его спилили, на этом месте кровать стоит, и будущий дом и кровать. Это страшно, что, как корежат людей, растения, это все. Вот это я буду учить биолокации Елену Александровну.